Доброго времени суток, уважаемые подписчики, дорогие гости канала. С вами я, мистер Саныч. И у нас, что здесь, ранги, море надежды. И играет замечательный человек, просто хороший игрок и замечательный человек, мистер Саныч. Клан Квант. По старой доброй традиции забыл включить запись. Ну и по старой доброй традиции записываем репл с реплея. Сегодня суббота, 10 августа 2024 года. Сегодня у нас один эсминец, то есть я. Чингму хорошая лодочка. Здесь, недолго думая, я буду сворачивать влево. Да, что тут вату катать. А как видите, эсминец без дымов, с релесом, с перезарядочкой. Сегодня у нас будет 4 реплея записано. Это первый. Отыграли сегодня прям вообще замечательно. Много хороших боев. Разумеется, все в рандомчике. Так, ну что, попробуем взять точку, по крайней мере, ее заблочить. Может быть, это у нас и получится. Упс. Наехали, пошел отсчет. У нас получается две РЛС-ки Чингму и Алясочка. Аляска что-то мутит, не совсем понимаю, что куда-то идет. Непонятно, успеем захватить, не успеем. Вот он, Микеланджело, сучий потрох. Реальный противник. Опа, кто-то даже по мне по МК стрельнул. Что-то ему прилетело не криво ему вписали. Прям так по-дружески ему прописали. Прям не добавить, не прибавить. Ну, я взял точечку, что уже хорошо. Кто-то меня светит гапом, разумеется, помер. Кто-то стреляет тут по нам, какая-то зараза. Ну что, надо добирать Микеланджело, честно, блядь, делать. Там Микеланджело хитрый оказался, хитрый. Не добавить, не прибавить. Там еще один помер идет. Ну, а, вон она, Тулса. Да. Это хорошо. Так, надо спрятаться. Можно, конечно, попробовать пойти взять Б, но что-то как-то я очкую. А, вон он, Микеланджело с 5-6 тысячами, зараза такая. Думал, что я вылезу. Да хрен ты угадал, блядь. Чертила, блядь. Да. Да, не успел его набрать. Хотелось, очень хотелось. Потому что Микеланджело для эсминца очень серьезный противник. Что здесь у нас? Здесь у нас помер. Ё-моё, хочет тоже меня убить. Блять, у него какой-то бесконечный гап. Так, ну чё, интересно, заберу я его, не заберу. Отлично, вход 47 тысяч. Линкор противника уничтожен. Но мы остались без торпов, это плохо. О! Туса сразу пошла вот в ворот.
Одна лодочка есть в активе. Уже хорошо по сегодняшним временам, когда маленький эсминец делает такие вещи. Сейчас главное, чтобы Тулса РЛС-ку не врубила, зараза. Ой-ой-ой, как хорошо по ивами зашло. Тут уже не добавить, не прибавить. Прям прелесть. Вован Деморт. Красавчик просто. Отлично. Все, и мами порт. Кто рядом, захватываем точку. Придется мне самому с Китикази разбираться. Тут вариантов-то немного. Ну и ХП у меня тоже немного. Давайте посмотрим, что получится. Разбирает меня, разбирает. Ой, погибну, я погибну. К этому, блядь, все идет. Козлина, блядь. Ой-ой-ой, погибнул от свети лет. Сейчас, если не заберу его. Блядь, на самых соплях, на самых соплях. Жук меня еще, зараза, блядь. Фу, 1041 осталось. Давайте, добывайте победу, блядь. Че я тут один, как проклятущий. Хрена себе по ивами он дал. У ивами же торпы есть, да? Да. На таран идет наш красавчик. На таран я чувствую, сердцем чувствую. Да. Отлично. Победа.
Ну вот, мне бой показался интересным, поэтому я и записал. Честное, трудовое, по-моему, первое место, если я не ошибаюсь. 62 тысячи. Нет, не ошибся, блядь, лучше меня игроки играли. Значит, это было в другом бою. Ну, в общем, вот так вот, 1500 на Чингму в рангах. Всем добра, до новых встреч, до свидания.